Вот смысл такой, держишь конец веревки, ну, нажимаешь и пошел вниз. Ставлю ваш, как обычно. Все, понял? Есть. Все. Перед вылазкой подробный инструктаж от шефа и проверка страховки. Это привычный для Дедов Морозов-альпинистов ритуал, но именно в этот раз все должно пройти просто идеально. Детей идем поздравлять, наших дорогих деток. У всех уже свои детки есть. Дай бог, что проверили, что вы Дед Морозы. Этажом ниже новогодних волшебников, затаив дыхание, уже ждут дети. Все они – пациенты детской клинической больницы номер 7. Несколько мгновений, и на глазах ребят происходит настоящее чудо. Детишки, наконец-то мы добрались до вас. Подходите, мои сладкие, получать подарки. Вместе с Дедами Морозами в увесистых мешках спустилось несколько килограммов фруктов, сладостей и сувениров от 31-го канала. Некоторым из детей в больнице придется встретить Новый год и провести январские праздники. Поэтому поддерживать веру в новогоднюю сказку – дело особой важности. Детки были очень обрадованы, всем было очень приятно. Чудеса надо верить, без чудес жить сложно. Нашей жизни. Сдержать эмоции трудно даже сотрудникам больницы. Говорят, такого у них здесь еще не было. Когда Дед Морозы появились, да, через окна, это была сказка, да, новогодняя, что очередной раз подтверждает, что детки должны верить в Деда Мороза, в сюрпризы, в чудеса. Да и сами Деда Морозы остались под впечатлением. У здания больницы всего 3 этажа, но сердце от волнения трепетало так, будто внизу под альпинистами протянулось несколько километров. Это очень важно, радовать детей. И как бы опыт, конечно же, опыт. В этом году я первый год Дед Морозом. Единственное волнение, только волнение сбивает. Сейчас я с этим работаю, вот так сказать. Вот, ну, вроде получается. Подарки получены, стихи рассказаны, фото на память сделаны. Дети нехотя расходятся по палатам, а сотрудники больницы все никак не могут отпустить Дедов Морозов. Отовсюду слышится многократное спасибо. Все-таки этот Новый год надолго запомнится не только детям, но и взрослым, как самый добрый и волшебный. Елизавета Лебедева, Андрей Грищук и Павел Востротин. 31-й канал.